Добрый день. Я Нестеренко Клавдия Кирилловна, председатель территориальной Ровенковской профсоюзной организации. В состав профсоюзной организации входит 47 первичных организаций, которые составляют где-то около 1700 членов профсоюза. Наша профсоюзная организация работает в единстве, работает на помощь всех членов профсоюза. Мы осуществляем консультирование, мы помогаем им определить и понять основы решения той или другой проблемы. Мы осуществляем и мероприятия, которые дают возможность понять, что учитель такой же человек. Прежде всего, это культурный досуг, это, конечно, оздоровительные мероприятия, это соревнования, это конкурсы, это поездки по нашим родным местам нашей республики. Охват членством в профсоюзе у нас составляет 98%. Это большая дружная семья. Сейчас профсоюзная жизнь, можно сказать, так кипит, и мы стараемся откликаться на все призывы, участвовать во всех мероприятиях общегородских, общереспубликанских. Задача нашего профсоюзного комитета – это создать безопасные условия труда для наших сотрудников, организовать досуг, отдых для наших сотрудников и их детей. Мы заботимся о хорошем настроении, о позитивном настрое нашей большой профсоюзной семьи в гимназии. Работая с педклассами, мы принимаем участие как на городском, так и на республиканском уровне. Профсоюз для молодежи – это и первоначальная опора и надежда на то, что в будущем он будет защищен как педработник, и также ему будут предоставлены возможности для полноценного развития своей педагогической деятельности. Наш коллектив – это большая, дружная семья, которая умеет не только работать, но и отлично отдыхать. Традицией нашего детского сада является поездка выходного дня на Успенское водохранилище. Профсоюзом образования и науки города Ровеньки был открыт кружок «Основы компьютерной грамотности». Кружок посещают члены профсоюзов наших образовательных учреждений. На кружке освещаются вопросы по использованию программного обеспечения согласно стандартам Российской Федерации. Кружок является абсолютно бесплатным для всех членов профсоюза.